Если так настроен микрофон, прям только хочешь его. Значит, есть у меня стихотворение, которое вызвало огромную полемику и дискуссию и в прессе, и, значит, естественно, в интернете, и которое подверглось атаке со стороны самых разных людей, нацистов разных массив, как русских, так я прошу прощения, моих собратьев покоя. За рубежом, где сам Франциско пришла группа евреев, срывать мой вечер и письмо Моргу за то, что я изменил своему народу тем, что отказался якобы от своей крови. Вот эти сети очень, так сказать, они вызывают думаю, в данный момент. Мне интересует ваше мнение, если вы не знаете, три записки пишут, просьба их прочитать. Я их прочитаю. Дело не в качестве слова, может, они ни от чего, а в том, что это то, что я действительно считаю. Это очень хороший стихи, Александр. Родство по слову. Неторопливо истина простая в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образуется в стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог высеет, передал скрижами, людей отъединяя, а зверей, а стаи не нужны законы Бога. Она живет за веку вопреки, там ценится создание у Бога лишь цепью, да острые клыки своим происхождением не скрою, кажусь я, родители любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выгоды иного, какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь.